Всем привет, с вами я, Данил Бум, и сегодня будет видео о том, можно ли взломать игру My Singing Monsters в 2021 году, в Steam-версии, как бы говоря. Вот, поэтому я запускаю программку под названием Cheat Engine, вот она у меня запустилась, программка, вот. Давайте вот My Singing Monsters, так, давай запускайся, вот. Блин, я немного сделал поменьше. Можно поменьше, пожалуйста? Во, нормально. Так, смотрите-ка. У меня, конечно же, игра в окне. Вот. Поэтому вот. Так, что, давайте попробуем что-нибудь взломать. Например, вот эту вот монетки. Давайте-ка запускаем. Так. Пишем у нас 2721. First scan. Так, давай, first scan. Вот. И как мы видим... Ой... Сейчас мы расширим вот так вот. И как мы видим, тут очень много вот таких вот цифр. Хотя если вот сделать так. Так, сделаем вот так вот. И смотрим, сколько цифр у нас. Так, вот. У нас изменилось число. Уже 49. Так, вот, 49. Добавляем. И мы видим только вот этих вот три вот. Так, давайте-ка возьмем все три. 4 байтс. Ничего не надо менять. Так. Господи, как неудобно. Так, сейчас мы расширим. Вот так. Давайте все три напишем. Допустим, 9999999. Не знаю сколько. Я скопирую на всякий случай. Окей. Ок. Вот так. Блин, а что не сработало? Ок. Не работает, значит. Вот. Странно, вот это вот что-то не работает. Давайте-ка. Вот. Во, все сработало. Так, и давайте проверим. Так, давайте-ка купим. Смотрите, во, видите, сколько цифр? Вы сами видели? Пересмотрите. Смотрите, во. Можно сказать, что Cheat Engine работает, но он не взламывает, то есть не прибавляет. И обратно прям идет цифры. Так, хорошо. Давайте что-нибудь попроще или получше. Давайте, допустим, алмазы. Прям, давайте алмазы. Кстати, если что, я играю на другом аккаунте, мало ли что я получу, мало ли там бак-бам, все такое, ладно. Неохота старый аккаунт. Был заблокирован. Так, ну давайте-ка вот. Не это, ну ладно. Так, у меня 10 алмазов или бриллиантов. Невскан. Так, 10. Видим, у нас очень много десяточек. Не знаю, что это за зеленые. Так. Окей, давайте-ка мы вот это вот возьмем, потому что будет больше времени. Так. Давайте-ка вот. Вот. Покупаем. Чтобы ускорить процесс. Уже 9. Так. Не надо. Не надо. Потом это все сделаем. Так. Так, 9. Как видим, все еще много. Давайте еще раз. Камень возьмем. Давайте дерево. Дерево. Так, ускорим. Угу, все. Теперь уже 8. Уже некоторые показывают, что 8. Вот. 8. Так, давайте-ка мы удалим вот эти вот ненужные. Они лишние. Мы не хотим, чтобы там засорялось. Так. Так, вот добавляем вот эти вот. Ну, теперь вот. Так, допустим, тоже 999, нет, не так, вот так, угу. Тоже 9, а, не сработает, так, 9, можно, конечно же, вот так оставить, но что будет, а, не сработало, так, еще раз, ой, не так, вот так.
Так, все три. Это что это такое случилось, лол? Она что, сломалась? Это что это было такое сейчас? Господи. Ок, еще раз пробуем. 9. Давайте, ну ладно. Новые. И вот это вот тоже. Ой, вот так. Все. Все на девятке. Так. И видим, они обратно идут. What is this? Безграничные? А, нет, мне показалось. Так, ну ладно. Давайте-ка попробуем, допустим, опыт. Есть тут на опыт? Нету на опыт, к сожалению. Зато можно дерево убрать. Так, давайте посмотрим, сколько у меня опыта. 1000. Хорошо. Так, давайте на 1000. Так, new scan. Так. Это не работает фигня, поэтому не будем это делать. Давайте, допустим, выведем кого-то. А, у меня нету монстра 4 левела. Давайте прокормим. Такая же ситуация с едой. Эх, чуть-чуть не хватило, ну да ладно. Так. Не надо помощь. Давайте пробовать. Так, Nescan, Newscan. Так, у меня 1000 опыта, да? Да, 1000. Посмотрим. Так, ну это ладно. First scan. Так, 1000. Все, очень много 1000. Прям очень много. Так, давайте вот это вот дерево уберем. Ждем несколько секунд. Вот, все, осталось чуть-чуть. Так, все, у нас 1100. Так. 1100. А вот один. Один и тот же. Лол. Давайте-ка мы вот так вот сделаем. Ок. И что? Смотрим. Ха-ха-ха. 9999. Офигенно. Но, если еще раз нажму, то... В смысле? Это так работает? Ну-ка. Эти... А, нет, не сработало. Это, конечно же, вот печально. Ну. Ну, давайте подведем итоги, что... Когда я натыкался на видео, что якобы это сработало с Cheat Engine. Не, не с Cheat Engine, а какой-то Game Guardian, типа того. Для андроида вот этот взлом. И это работало. Но это старое видео. А сейчас уже на дворе 2021 год. Поэтому все-таки это миф. Поэтому это не рабочая схема. И к тому же могут дать вагбан. Но я сомневаюсь, что могут дать вагбан. Но разрабы очень сильно хорошо постарались над читерством. Вот. Поэтому... Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и всем пока. Пока-пока.